прадеды тут родились, и деды, и родители, и мы вот уже 200 лет. Видишь, так. Время это сделало или сами люди разъехались, уехали. Конечно, тут нас мало осталось, и уже тут тоже трудно жить. Сестры уехали, и брат уехал. Я одна тут осталась, что здоровья нет. Вот этой сахар. Вот, около меня никого нет. Один был сын, и в России погиб. Поехал, схоронил, приехала домой. Вот с такой болью осталась.